Здравствуйте. Я бы хотела заказать социальное такси. Сначала к травматологу, потом за новой тростью. Теперь инвалид второй группы Людмила Ивановна совершит эту поездку в полном комфорте. На такси. Социальном. Работать служба начала 12 июня. Первым пассажиром стал генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, депутат Государственной Думы Михаил Терентьев. Автомобилей пока два. В каждой машине работает младший медицинский персонал, который помогает пассажирам подняться, войти, дойти до врача. Воспользоваться услугой могут несколько категорий граждан. Это инвалиды первой группы, все инвалиды первой группы. Это инвалиды второй группы с заболеванием опорно-двигательной системы. Это дети-инвалиды с заболеванием опорно-двигательной системы. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Для того, чтобы воспользоваться социальным такси, необходимо позвонить в диспетчерскую службу по телефону 63 80 57. Автомобили оборудованы подъемником для инвалидных колясок, кондиционером, кнопкой вызова водителя. В просторном салоне удобно могут расположиться и сопровождающие. За 2 недели существования службой уже воспользовалось 70 человек. Депутаты Ульяновской городской думы вместе с мэрией инициировали данный проект, и сегодня он тестируется на территории города Ульяновска. Нам крайне важно, чтобы он работал качественно, чтобы социальные такси работало круглосуточно. И в дальнейшем, уважаемые жители города Ульяновска, мы будем его развивать, будем докупать дополнительные автомашины. Один автомобиль работает круглосуточно, другой – с 8 утра и до 5 вечера. На социальном такси можно добраться до больницы, вокзала или аэропорта. Доступнее стали государственные и муниципальные учреждения, реабилитационные центры. Услуга абсолютно бесплатная. Как здорово, сейчас не надо ни идти ни на трамвай, ни на маршрутки, на которых так тяжело нам ездить. И это очень хорошо. Приедут домой, посадят, увезут до больницы. Пользуйтесь им, люди добрые, пользуйтесь. Это очень-очень хорошо и удобно. На все интересующие вопросы вам ответит диспетчер по телефону 63 80 57. Ольга Петерс, главные новости.